Привет нашим рукодельницам! Сегодня мы продолжаем тему новогоднего декора и поднятия праздничного духа. И на очереди у нас очаровательный веночек из пряжи травка. Для веночка мы уже заранее приготовили картонную заготовку. Как видите, она не требует абсолютно идеально ровной формы. То есть, если у вас получится, как и у нас, немножко кривая, ничего страшного, этого в готовом изделии видно не будет. Приготовили элементы декора, которым будем украшать веночек, и ниточки. Ниточки мы взяли жизнерадостного зеленого цвета, чтобы у нас от одного только цвета поднималось настроение. И приступаем к работе. Вот такая красота у нас получилась. И теперь мы делаем окончательный декор. Украшаем красивыми блестящими бусиками. Они яркие, они блестящие. Ох, как они замечательно поднимут настроение одним только своим видом. Дальше мы добавляем красивенькие красные бантики. Их я закрепляю иголочками. Так, и прикрепляем вот такие чудненькие прищепочки. Такая. И вот такая замечательная красота у нас получилась. Все, настроение в порядке, можно встречать Новый год!